Всем привет! Сегодня готовлю козинаки с орехом грецким и медом. У меня здесь 250 грамм орехов. Я вот выложила в форму и буду поджаривать в духовке. Так они равномерно поджарятся. Можно на сковороде. Мед берем 125 миллилитров. Добавляем туда где-то пол чайной ложки сахара. И прогреваем, но не доводим до кипения. Кипятить мед нельзя. Как только внутри появляются пузырьки, убираем. Так проделываем еще 4 раза. Вот я поставила сейчас второй раз греться. Как только греем, видим, что мед такой стал жидкий. А когда остывает, он становится тянучим. Вот так вот нам надо проделать 4 раза. Обжаренные орешки я вот ломаю руками. Мелко не стоит их делать, лучше вот покрупнее. Самые мелкие я отсею, вот те, кто, которые превратились в муку, и вот кожуру я их отсею. Останутся вот такие вот кусочки красивые. Взяла форму силиконовую, намочила водой. Лучше, конечно, брать форму не такую глубокую, чтобы можно было легко доставать. И если есть в пергаменте, так удобнее вообще будет доставать. Прогреваем мед 5-й раз. В этот мед добавляем орешки. Хорошенько все перемешиваем, чтобы каждый орешек промочить медом. В дальнейшем так будет легко их как бы слеплять. И все вот так вот высыпаем в форму. Хорошенько нам надо ее выровнять, чтобы все слепилось друг с другом и приняло форму. Можно намочить руки и руками придавливать. Намочили руки, просто вот так вот придавливаем, чтобы они слепились друг с другом. И кладем в холодильник на полчаса. Дальше вынимаем из формы через полчаса и нарезаем. Почему мы это делаем не сразу? Сразу их нарезать очень сложно, а когда совсем остынут, то тоже сложно, они ломаются. Поэтому через 30 минут можно вот так вот намочить нож холодной водой и нарезаем форму, какую вам больше нравится. Я вот такими квадратиками, можно ромбиками нарезать. Вот так вот нарезали и кладем обратно в холодильник вот в таком нарезанном виде, чтобы еще немножко вот схватилось. Вот так вот она пока еще не остывшая выглядит. Вот так вот тянется. Это еще она не остыла, но все равно она мягкая. То есть, если делать с карамелью, карамелью получается очень твердым. И оно, я вот, например, предпочитаю, если с карамелью делать, то с семечками. Так вот получается больше, вкуснее. А это как бы помягче, с орешками более такое полезное считается. Выглядит очень красиво на любом праздничном столе. Как можно хранить его? Храню я, например, в холодильнике. Вот так вот в пищевую пленку обматываю, как конфетки. И вот в таком вот виде можно положить ребенку в школу. На перемене проголодался, закинул в рот. И все, и полезно, и вкусно. Можно на работу взять.
так вот не слепляется. И как бы можно и на столе с другими конфетами или сухофруктами положить. Тоже получается очень красиво, если сделать оформление такое праздничное. В общем, вот так вот получается очень вкусно и очень красиво. На столе смотрится вообще обалденно. Делается вообще легко. Так что готовьте вместе со мной. Надеюсь, вам все понравилось. А у меня все. Пока-пока.